Ну что, погнали. Девятая вообще не важно, кем проходить. Беннет. Беннет, Казуха. Сейчас, где ты? Ну где ты? Не, подожди, какой Беннет? Лучше наоборот, дед, Казуха. Йоми, Синцу, боже, я нашел, слава богу. Беннет Мона. Вместо козы возьми Майку чисто, потому что почему бы и нет. И... Синлин, поехали. Что за баф там? Ой, я же его не прочитал, да, надо почитать. Сейчас пройдем и прочтем потом. Блин, датские лучники. Ну, у меня ищется 6 дед, да, 6 дед, естественно, тоже тащит. У него там, конечно, очень много саппортных функций для этого. Для коопчика, но не только. Тьфу, не полетел. О, зато успел сделать атаку в падении, забавно. Как так вышло? Там. Такое, естественно, 6 на хил, да, ну... Зато в бездне не умираешь, да? Ох уж это девятая бездна. Блин, на самом деле за минуту прохожу. Дольше, чем 12, наверное. Но она мерзейшая, потому что враги расставлены просто по разным... По разным точкам. Типа, сюда надо было с вентилем идти. Тебе и так щиток не пробивают? Ну, кстати, могут. Могут пробить. Это новая бездна. Нет, ничего в бездне не менялось. Гоба! Блин, не успел. Ну, 40 тысяч. Да. Ня-ня-ня-ня-ня. Там. Что с битрейтом? 6 тысяч, все нормально. Ну, кроме того, что это супер маленький битрейт, и Twitch до сих пор маленькая инди-компания, которая не может повысить нам серваки на своих же собственных амазоновых серваках битрейт хотя бы до... Ну, сколько нам надо? Ну, 1010 было бы уже хорошо. В принципе, он типа нормальный. Так, цуми, так, сак, сак. Я обижаю эту фразу. Акварелька. We stand strong together. Спасибо за сапку. Что такое битрейт? Задай этот вопрос интернету, пожалуйста. Мне будет не очень просто объяснить, я не настолько хорош в терминологии. От него зависит качество стрима, это все, что тебе нужно знать. Жас Малик, сак-сак. Нет. Пузырики вам, надеюсь, достанет. Достало. Бом! Блин, до него не достало. Плохо дело. Блин, а тот не сдох. Типа, what is Dungeon Master? У тебя Беннет в первый урон? Нет, у меня Беннет фулл саппорт на четырех знатях.
после новой 12.1 я понял, что вишапы это были цветочки. Да, самураи мерзкие, просто потому что они стоят как-то очень далеко друг от друга, неудобно, мерзко, говно полное. Самураи очень мерзкие, это факт. Авая! Если нажать щит после щита вишапа, что же ли его удалит? Где чего? Его удалит дед, где минмакс? А, ты про этого, да позже? Какой минмакс в девятой бездне? Камон! Бегаем, фанимся, давайте, пузырики. Блин, перегрузкой прокнули случайно. Ой, блин, неприятно. А, вот этот не прокнули, можно было. Можно было попробовать. Бена там взорвать. Анастанис, спасибо за сапку. Добро пожаловать, we stand strong together. Любви в чат для нового подписчика. Спасибо большущее. Очень приятно видеть новых зрителей на стриме. Спасибо. Привет. Боже, столько персонажей, как же сложно выбрать. Аяка, Аяка, Камисато, Аяка. Аяка? А, дед. Не, не стягивается даже вентилем, блин, грусть-то какая. Самая сложная часть. Я обещал баф посмотреть, ведь это так важно. Ну, на следующем уровне посмотрим. Че, где мобы? А, это и чужих мест. Видите, какая Йоми удобно это в бездне. Не надо близко к врагам подходить. Что там гнал на Йомичку? Стрелял их себе под сенсушкой и весил. Ведь их, короче, тянет, но не стенвочит. А, и они продолжают прыгать, судя по всему, да? Ну, понимаю. Сенсу с шейпером. И часами на восстановление варианта или такое? Что такое шейпер? Кромсатель пипков, что ли? Ну, нет, лучше церемонию ему дай. Ну да, да, я понял, что кромсатель пипок. Ну, блин, церемония, камон. Это же главный хейтер Йоми, никто иной, как стример. Я уже миллион раз доказывал, что это не так. Расскажи про Сенсу, пожалуйста, покажи своего, а то у меня третий пробуд лежит. Сенсу один из самых сильных персонажей в игре для нанесения сингл-таргет урона. Это четырехзвездный саппорт, который по урону обгоняет, наверное, пятизвездки и используется всегда, когда ты юзаешь любого пира дедешера в пачке. Будь то пира саппорт дедешер, такой как Сенлин, или будь то какая-нибудь... ну, Йоми, Клик, да кто угодно вообще. О, самая легкая комната, судя по всему. Что это такое? Что так быстро? Против 8-9 этап механикуса, я сейчас уже кукухой поеду. Все очень просто, Луковка. Ты смотришь на две башни, которые не качаются бафами, выбираешь несколько синергирующих других башен, желательно две башни. То есть, если у тебя закрыты электро, например, и вода, ты выбираешь там...
Крио и Пира, и просто, ну, и бафаешь их до посинения. Механикус очень простой, просто надо разобраться с тем, какие бафы юзать, а какие нет, и все. Вернее, какие башни юзать, а какие нет. Там просто гачибасы из охотников бегут. Ну, и там запрещена вода, я помню. Ну, парочка пробегает, у меня тоже пробегала, но я чисто на... Я не помню, чем я их прошел. По-моему, я вообще там анем оставил по рофлу. Или что-то такое. Типа, просто надо быстро собрать нормальные бафы. Это же... Все суть же в бафчиках. Кажется, я сюда ничего не взял. Ну ладно, там дед вселенная на самом деле пробьет. Ну, не дед Соля, а еще. О, я же хотел почекать Йомию, кстати. Ну-ка. У нее же каждая атака перегрузку делает. Ну, кстати говоря, каждый из фейерверков. Нет, не каждый. Ну, что-то, честно говоря, нет. Нет, что-то хуже, чем я ожидал. Ну ладно. Сейчас Синцушка справится. Ладно. Что-то я не так пачки собрал. Первая пачка должна была быть первой, а вторая второй. Ну, не важно. А, или нет, нормально. Гоба, давай! 34 тысячи всего, блин. Хотел сказать, что кажется, он не выберется из станлока, но выберется из-за того, что ульта Синмики крутилась. Аяка! Аяка! Камисато! Аяка! Эй! Давай, шизай. На 10 этаж как-то прям даже попроще, чем 9. Перегрузок ЖКД на одного врага. Ну, получается, что так, да. Не, написано один раз, но, по-моему, две перегрузки влетает. Судя по количеству сносимого щита, там влетает одна перегрузка с фейерверка и одна перегрузка с выстрела. Я, честно говоря, думал, что у них отдельный кулдаун у всех трех фейерверков, и это грустно. И они могут спокойно прям по 4 перегрузки в один таргет делать. Если нет, то... Криво в первый, Пиро во второй. Хорошо. Криво в первый, Пиро во второй. А, в принципе, есть разница? Да, наверное, не важно. Крив первый. Так, давайте тогда так сделаем. Беннет. Не, Беннет. Йомя, да. Здесь дед... не, подожди-ка, так вот. Во, я понял. Мы берем Моно. Мы берем Синлин. Ну и кто там у нас Яек. Даже Казу не юзаю, ух. Стяжку не взял, да и хер с ней. А, баф посмотрим. Я же нажал на него и такой, да и хер с ним, и типа пошел дальше. Я же нажал на него. Когда персонаж поднимает элементальную сферу или частицу, возникает ударная волна, которая наносит окружающим врагам урон. Такая волна может возникнуть раз в 4 секунды. О, боже мой. Мне персонажей сложно собрать, их слишком много. Помогите. Здесь дед... Вообще коза класс. Пиро уроном бить.
Будем физой дамажить его. Сенсушка в соло все пройдет. И коза на всякий случай. Крио на куб, так я же не только на куб беру. Аяку, да, Аяку. Ну, ты все вообще маловато, можно было побольше, ну, наверное. Ну, нормас. Еще враги. Здрасте. Так, тут еще есть. А, здорово. Ништяк, Аяка так стала в бездне, Аяка офигенная в бездне, то есть о чем-то. Нет, Аяка шикарная. Что такие же проблемы, как у стримера, слишком много персонажей не хочешь. На это приходится донатить. Говорю честно, не хочешь. Куда Гоба дышит? Гоба, ты чё? А Боба? Эй, ты как еще жив? Проблем китов, чем на этот раз пройти бездну. Да. Слоте, боже, как неудобно. Так, ну и кубики. Кубики. Забавно там это, избивал. Ну, чё-то, кстати, так всё. Не, ну, Гоба местный архон, конечно, но... Чуть не хватает. Yosh, shippatsu da!
Покажи арты на Йомию! Покажи арты на Йомию, пишет Рейнджера! Кричит капсиком. Ну покажи же ты их! У стримера есть уид. К нему можно пройти и посмотреть. Пожалуйста. Забирайте. Кажется, не тем персонажем я это делаю, да? Ой, я не то коснулся. Ладно. Синцушка без ульты, блох. Ну давай, спасибо. Мы ведь не видим уид. Ну конечно же не видите. Конечно не видите. За этого первого куба я не успел на 10 секунд пройти аж на 9 звезд. Перепройди, возьми вторую воду, возьми крио мощного дамагера, возьми там, не знаю, кэйв, или если у тебя нету каких-нибудь поз, аек и так далее. Так, хорошо. Я возьму Йоми вместо Хутавы, но мы проходили с Хутавой в прошлый раз. На деле сейчас будет, наверное, сложновато чуть-чуть. Первая пачка должна собираться в АОЕ дамаг и ДПС через Беннета, по идее, да? Вторая пачка через деда. Наш АОЕ дамаг это вот это. И вот вопрос, ну не вопрос, Аяку. Это по-любому Аяку. Здесь мы, соответственно, собираем... Наверное, Сенлинку в саппорт еще берем. Вот так вот. Думаю, что лучший вариант из возможных мною. А, не, в прошлый раз я проходил не Хутава, я в прошлый раз клички проходил. О, урон взрыва стихии, уже неплохо. Мне кажется, Сибавич, за каждый тип ультаки в бездне игрок на ней теряет ик. Это почти винти. Покажи человеку арты на Йоимию. Он отнимает мою монополию на капслог в чате. Успеешь? Не знаю, успела она там, не успела. Сабито Мари. Никого, блин, не заморозил. Ничего вообще, ненавижу этих самураев. У них такие дурацкие паттерны поведения, просто. Что бить их вообще не хочется. Козой, не козой, вообще кем угодно, просто, просто не хочется. Ну ты заморозьтесь вы, ну. О, хорошо. Комиссатори Усомицу. На всякий случай ульту, чтобы добить. Жаль, конечно, ульту Беннета, но... Лучше так. Накопят быстренько. В начале следующей комнаты. Так. Что у нас здесь? А, я вспомнил. Нанко
Двух пиров взял против этих челиков. Ну и Йоми, я, кстати, не пройду это. Я буду перепроходить походу на своими другими пачками. Хотя, не знаю, в прошлый раз уже прошли каким-то образом. Черт его знает, может и выйдет. Где? Стоять. О боже, куда она улетела? Как мне цицинку-то догнать? Цицинка, о, они встали рядышком, молодцы какие. Какие же они молодцы. Давай. Да, пройдем, походу, пройдем. Где тащит? Сядочка еще. Еще бы энергию как-то восстановить, да? Когда там прилив энергии-то? А то как я буду вообще без этого? Во, прилив элементов начался. А что с ним делать-то? Что с ним делать-то с приливом элементов? О, боги. А, да, ну, нет, я вначале прошел с Венти, потом я его брал с Шинигами. Потом я его убрал, чтобы... О, есть вот такая штука. Ну, урон взрыва стихии тоже жестко. И классно, так что... О, у Бента есть ульта. Класс. Ай-яй, Эка не успела накопить свою ульту. Да хватит перегрузы давать. Только не говори, что он это сделал. Он это сделал, тварь. Я надеялся на вторую атаку. Коза. Жест. Покажи. Сорок секунд, много, очень-очень много. Угу. Энергия, спасибо. Дед успел получить. Не уверен, что хватит. Вот не уверен. О, боже мой. А можно Синлинка восстановит, пожалуйста? Нет, нельзя. Энергия non-existent. Где сейчас ультить? Надо было ультить после. Можно, все справимся. Угу. Еще можешь даже побегать. Энергию восстановить, попробовать. Да. Отлив элементов, но он успел, по-моему. Найс. Ну, Кэнки оказался двухфазным, как Анджухус бесит меня. То, что у него есть время неуязвимости какие-то или что. Вроде что-то есть такое. Ух, время отката Ешки и взрыва стихии, фига себе, что? Да, спасибо. Чё здесь? А, вначале один робот, потом несколько, да?
Камисаторю Сомецу. Как же это классно. Как же хороша Мона. Как же хороша Эком. Как же хороша коза. Просто собрал пачку бы какой-то. Коку не идео. Успел восстановить, нет? Блин, Айка не успела восстановить, жалко. Да. Как же плохое имя, не, а? Это же норм. Такс, поехали, дедуля. Так, все, это уже не восстанавливает, да, нам энергию? Нуп. Давай, я третьего уровня вот так, кстати. Все еще. Я же вообще не трогал. Так, а последний он решил к нам вообще не подходить, да? Понимаю. Понимаю. Так может... Да, блэд. Сенсушку сейчас добьет. Ешечки, ешечки, ешечки. GG. Окей, с первого трая, нормально. Без своих клишечек. Зато уже с Моной. Ну я кэш класс. Осуждаю стримера, Бента не вспомнил. Какого Бента? Чего? Как не вспомнил? Что значит Бент? Бент там главный вообще по урону у остальных персонажей. Иначе Мона бы урона не наносила. Камон. Камона. Так, забираем примакеки. Сколько у меня готово на следующий баннер? 8000 плюс еще 10 круток здесь. Неплохо, это где-то 50 круток. 40 плюс 10, 50 примерно. Ну и за 2 недели мы наберем где-то под 12, мы, наверное, тысяч. Класс, класс, класс. Пойдем откроем сундучки. Я думаю, что фиолетовые оставить. Пускай лежат. Экстренный запас опыта артефактов, если что-то супер понадобится. Что-то трехстатное говно попало, да? Мусор. Это нам сегодня еще с Аджахи упало. Мусор. Бонус физурона, все атаки, хп, защита. Мусор. Трехстатное перо. Мусор. А че, не, серьезно? Ничего четырехстатного не выпало. Я их точно открыл. Ну ладно, ну ладно. Артефактная консерва, да? Ну, вот такая вот бездна у нас с первой же попыточки.